Чувствую себя великолепно. Прошел отличный лагерь с моей командой Tiger Muay Thai, с моим тренером Джонни. Ментально ко всем боям я отношусь с легкостью, можно так сказать, потому что это моя любимая работа. Так что жду с нетерпением боя и хочу усадить его. Feeling myself great. Had an amazing camp in Tiger Muay Thai with my coach Johnny, and that's about my physical and on my mentally. Well, it's always, you know, as usual. I enjoy this opportunity and this journey that I have. So I can't wait to finish him. Хороший боец, физически очень сильный, хорошая борьба. Ну и также у него присутствует очень много минусов. Он уже пробитый боец, уже бывал в нокаутах. На мой взгляд, он медленный. Но недооценки нету, готовились. Очень хороший лагерь прошли и к этому бою готовы как никогда. So he's very strong and he has a very good grappling. And wrestling as well, but you know he has a lot of weaknesses as well. He has been a lot of times in knockouts, but we cannot underestimate him. So we will see in the fight. Ну, видать, не все знают. Корейские братья точно не считают его королем, так как он уже лежал на настиле, и в России тоже его не считают королем. И я докажу это, что кто сильно высокого мнения о себе, тому очень тяжело приходится в клетке. Well, it seems that not everyone thinks in the same way. Our Korean brothers 100% don't think about that. And I know that Russian fans, Russian people also don't think about him in that way. So, you know, it's better not to be in a high opinion of yourself. Кореец победит. Да. Кореец мой друг, и перед боем я подошел ему и сказал, что это будет для него очень легкий бой, и он нокаутирует его, так как у Амира очень слабая челюсть. И как я сказал, так и получилось. Еще раз повторюсь, кто сильно высокого мнения о себе и кто выходит сильно уверенный и недооценивает своего соперника, бывает вот такое происходит очень часто, что ты просто падаешь. И потом тебе бой уже на видео показывают, потому что ты его не помнишь. И думаешь, что ты король. Korean guy is actually my friend, and before the fight, I spoke to him. I told him that, you know, it's gonna be the easiest fight for you, because Amir has the weak jaw. So, you know, be yourself, keep going, and that's another factor that proves that, you know, being in a high opinion of yourself is not a good thing. Не знаю, просто любимая мне сделала подарок, типа поедешь в этой кофточке на этот бой. И я даже не смотрел, что на ней изображено, только уже одев ее там в разминочном зале, увидел, что там нарисован динозаврик, да, в виде Санта-Клауса. Подарок жены на удачный бой. Well, to be frank, I didn't even, you know, see this t-shirt. It was my wife's gift, and she said that you will wear this t-shirt. So until I entered the changing room, I didn't know what shirt it is. So it's just the gift of my wife. Да, я очень люблю, вообще люблю комично относиться к боям. Все, что приходит в бойцовском мире, это же своего рода шоу. Ну и в Инстаграме людям нравится, и мы с моей женой любим придумывать смешные видео, это как-то сплочает нас. Когда мы что-то вместе придумываем, это делает нашу семью крепче. Yeah, social media is something that I really enjoy, and I really love to, you know, approach fights comically, and people love it actually. So I, together with my wife, sit together and, you know, bring, think about the ideas and on what we can do with this video. So it kind of rallies ourselves together as a family, so we really enjoy it.
Ну, во-первых, я боец, который еще не бывал ни в нокаутах, ни в нокдаунах. Ментально я по своей сути, я готов к боям. Я занимаюсь этим всю жизнь, боями, борьбой. И считаю, что моя ударная техника намного лучше, чем у него. И что в этом бою борьбы будет по минимуму. В ударной технике я намного лучше его, быстрее, более готов функционально. Так что я ему нигде не даю шанса, ни в борьбе, ни в ударке. Поэтому я на другом уровне нахожусь. I think I am in another level. Firstly, I have never been in knockouts, and this is a big factor. Secondly, I think mentally I'm way stronger. And in terms of physically, well, in this fight, I promise you guys that will be a minimum of wrestling, and I'm way better in striking. So the fight will mostly focus on striking, and the rest you guys will see. Нет, я готов. Я пришел в One Championship, чтобы в России появился свой чемпион в тяжелом весе, потому что у нас огромная страна, и они ждут пояс. И я буду рад, если я уверен, что я пройду Амир Али-Акбари, и если на Новый год нам дадут бой за пояс, это будет просто самый лучший подарок от One Championship для меня, для моей семьи, для моей родины. No, I'm fully ready, and I'll be more than happy to accept this fight. And you know, Russia is big, and Russia is waiting for his heavyweight champion. And if one championship organizes the fight in December, that will be the biggest and the greatest gift that would have from one championship. Ну, я попросил бы One Championа, конечно же, замену, потому что по духу, и ну, мне близок этот человек, он мой друг. Не хотелось бы, есть много с кем драться, но есть куча бойцов One Championship, с кем можно подраться. Не хотелось бы драться со своими знакомыми, со своими друзьями. Well, to be frank, I wouldn't want that. I would ask One Championship for a place, because we are solely, we are very close with Kang. Kang Ji-won, so I would ask for the replacement. I wouldn't want this fight. Ну, я о нем узнал только когда его подписали уже в One Championship, но не посмотрел еще ни его схватки. Но мои друзья из России сказали, что он очень хороший борец, хороший грэпплер. Но я в борьбе как бы не вижу опасности для себя, потому что я тоже хороший грэпплер, хороший борец. Могу ему пожелать только хорошего дебюта, и посмотрим, на что он способен. Уже 24 числа я оценим его уже. To be frank, I didn't even know about him until I heard that he was signed with One Championship, and my friends told him that he's quite good in wrestling and grappling, but you know, I'm also not bad in that. I'm confident in my grappling and wrestling. Well, let's wish him a good luck in his debut, and we'll see the rest on 24th. Потушу его за 16 секунд, sleep time. I think I'll submit him in 16 seconds, sleep time.